Всех приветствую на канале Михон. Сегодня мы будем убивать 14-го хранителя по счету Акири. Нам обещали, что четвертая страница хранителя будет в разы сложнее, чем предыдущий, и действительно, Акири — это первый хранитель, которого практически невозможно пройти через случайный подбор группы. И проблема не в том, что нужно иметь большое количество расходок, желательно иметь стража или барда, или босса, просто сложный по механикам, нет, здесь проблема в том, что вы просто не успеете убить его за 20 минут. Вообще, лисица — это первый из хранителей, что мне на самом деле не очень нравится, которую можно назвать классическим рейдом из Вовы. То есть вы как робот делаете определенные действия, и только тогда вы сможете пройти этого, соответственно, босса. А также нужен необходимый ДПС, то есть ДПС-чек здесь требуется. Поэтому для успешного прохождения хранителей вам нужно сделать несколько вещей. Первое — это как минимум знать основные механики, знать, когда на вас ложится баф усиления, знать, когда нужно уворачиваться, знать, когда нужно бить, а когда можно просто побегать. Второе — обязательно собраться в Дискорде в 4 человека, это несложно, ну или в ТСе, в Скайпе, кому как удобно, и, соответственно, привыкнуть друг к другу. И ничего страшного, если вы поначалу даже в своей вот собранной пачке будете фейлиться. Привыкните, поймете, как уворачиваться, соответственно, привыкните к таймингу способностей и, ну, через пару-тройку раз уже начнете проходить. Огненная лисица — это хранитель, на которого вы за каждый заход тратите где-то 40, 50, а иногда и 100 голды. Я считаю, что это нормально. Во всех рейдах, во всех играх вы должны носить с собой расходники, без этого просто невозможно пройти. И лисица — это, наверное, один из первых хранителей, но, может быть, еще скорпион, на которого обязательно надо таскать расходники. Что же нам потребуется? В первую очередь это банки на 45-60%. На 30% банки практически бесполезны. Ну, я с ними хожу, потому что я практически урона не получаю. Но если вы милишник, если вы бьете босса вплотную, то без серьезных банок восстановления здоровья вам делать там нечего. Далее кто-то один берет поисковую гранату, это обязательно, без этого вы иногда просто не успеваете убить босса, ну а также это помогает вам нанести как можно больше урона, пока висит на вас баф. Другие же два или три даже игрока берут склянку с водой во второй слот. Она помогает тушить огонь на земле и, соответственно, вы будете получать меньше урона. Ну и четвертый игрок во второй слот может взять походный костер. При смене фаз у лисы можно поставить костер, отличиться, это вам сэкономит хилки. Что касается атакующих расходников, то здесь, наверное, 5 типов, которые вам очень понадобятся. Первый — это эликсиры смертоносности и мастерства, в зависимости от класса. Далее — осколочная граната. Не путайте с бомбой, осколочная граната понижает защиту цели на 20%. Мощная эйфория и, наконец, ардапин X. Проблема в последнем расходнике, что он тратит 25% здоровья, а у вас его и так всегда мало будет, поэтому используйте с умом. Кроме расходников, не забудьте поставить руну в экипировку, 60% сопротивления к огню, а также 100% устойчивость к воспламенению. Наконец-то я смог это выговорить. Если не сделаете 100% защиты от воспламенения, то вы, ну, будете постоянно умирать. При защите вы все равно будете умирать, но намного медленнее. Ну и что касается состава группы, то советую взять либо барда, либо стража, они вам очень будут полезны на лисе, по крайней мере поначалу. В дальнейшем в 4DD можно будет пройти эту лису, но вам придется играть более осторожнее, чтобы не получать лишний урон. С подготовкой разобрались, на это ушло 4 минуты, но если вы это не сделаете, то вам будет очень тяжело. Теперь что касается лисы. У Акири очень много хп, 26 или 28 миллионов, поэтому иногда за 20 минут можно не успеть ее бить. Суть этого босса такова, что иногда она бафает вас на повышение атаки в 4 или в 5 раз. Под этим бафом вам нужно полностью заряжать все, что у вас есть, и использовать эликсиры на мастерство и смертоносность, ардатины, вот эту осколочную гранату кидать, и, соответственно, вы будете очень много наносить ее урона, там миллион, полтора миллиона иногда вылетает. Также у Акири 3 стадии. Эта стадия меняется, когда у нее тратится определенное количество здоровья, и на каждой стадии свой набор способностей. Я не знаю точные проценты, но приблизительно это на 70%, на 40%, ну и, соответственно, дальше вы ее уже убиваете. Теперь давайте разберем, какие вообще способности есть у этого хранителя. Акири крутится вокруг себя, выпускает огненную волну по кругу, и какой-то клочок земли поджигается.
урон с этой волны не наносится, так что не переживайте. Но, конечно, если вы станете на участок земли, который горит, то вы будете получать по 500, по 600, по 700 урона. А также огонь на земле постепенно распространяется. Прыжки, как у ледяного Легиароса. На первой фазе Акерия прыгает только один раз, на второй и на третьей фазе она прыгает уже по 3 раза. Акерия выбирает жертву и начинает прыгать в ее сторону. Соответственно, ваша задача понять, на кого она прыгает. Этот человек отбегает от группы, а группа, соответственно, не подставляется под прыжки. Следующая способность — это что-то вроде пробежек или ускорения. На первой и второй фазе Акерия делает только одно ускорение, на третьей фазе она делает уже 3 ускорения. Акерия любит кидать различного рода огненные шары. Они бывают перед собой, в бок. Просто старайтесь уворачиваться, наносит около 2-3 тысяч урона, иногда меньше, иногда больше. Неприятно, в общем. Следующая способность, которая не меняется на всех трех стадиях. Лиса как-то подпрыгивает, закручивается и приземляется на одного из игроков. Под ним рисуется красная зона, в которой лиса наносит около 10 тысяч урона. Если ваша отпрыжка в КД, то просто бегайте по прямой, вы спокойно успеваете выбежать из красной зоны. Далее мы разберем способность, которую лиса использует, наверное, чаще всего. Она телепортируется в какую-то точку рядом с вами, зачастую на какого-то игрока, и поворачивается в определенную сторону. В той стороне, куда она повернулась, появится копия и будет крутиться, наносить какой-то урон. После телепортации сначала сделает вертушку основная лиса, и если вы попадете под ее урон, она вас оттолкнет. Практически сразу начинает делать вертушку копии лисы, и, соответственно, если вы попадете под нее, она вас оттолкнет обратно, и вы получите двойной урон. На первой и второй фазе появляется только одна копия, а вот уже на третьей фазе появляется сразу 4 копии. Вам либо надо выходить наружу, чтобы не получать урон, либо встать, как я вот встал, то есть немножко сбоку от нее, спереди и между теми лисами, которые появляются. Есть еще один вариант, как только лиса делает, основная лиса делает вертушку, вы сразу к ней портуетесь, чтобы избежать урона от боковых лис, если сможете по таймингу все это сделать. Очень важно, чтобы вы запомнили правильную позицию, где безопасная зона, иначе вы будете тормозить убийство самого босса. Теперь переходим к ультимативным способностям. Начиная со второй стадии, лиса начинает иногда так вальяжно ходить и кастует метеоры вокруг себя. Метеоры преследуют обычно 2 или 3 игроков, поэтому не бегите всей толпой в одном направлении, разбегайтесь в разные стороны. А на третьей стадии она начнет кастовать звезды, как это делал Равена. В небо запускает звезды, которые падают на землю, но в этот раз они намного более четко показывают точки приземления. Советую от обеих ультимативных способностей уворачиваться, иначе получите очень-очень много урона. Последняя ультимативная способность — Акерия начинает заряжаться, набирать силу. Даже если вы не собьете, ничего страшного, особо разницы вы не заметите, также можно будет ее спокойно пройти. Кроме сильных ударов, есть еще щекотящие удары, которые Акерия наносит в основном в перерывах между другими способностями. Это удары хвостом. К этим ударам вы привыкнете, плюс страж или бард будет вас дополнительно еще защищать. Теперь переходим к способностям, которые вешают на вас специальный баф. На первой стадии Акерия запускает вертушку вокруг себя. Внутри этого поля получает баф только один человек, поэтому какому-нибудь барду или стражу желательно выпрыгнуть с этой вертушки, чтобы они ненароком не получили этот самый баф. На второй стадии Акерия выпускает немного другие шары, они останавливаются и начинают извергать синие и красные сферы. Необходимо ловить синие сферы. Как только вы поймаете необходимое количество сфер, на вас ляжется баф. Причем вам можно поймать и с одной сферы, вы можете получить баф, и с двух, с трех. В общем, ловите сферы, пока у вас на панельке не активируется баф на увеличение урона. Ну и последний вид бафа, который можно получить на любой стадии, а на третьей только он работает, это Акерия разворачивается в какую-то сторону, немножко приседает, сгибает колени и начинает дышать в эту сторону огненным пламенем. Надо забежать в это пламя, тогда вы получите баф. Теперь что касается тактики. Баф на увеличение урона кастуется не так часто, поэтому надо его правильно использовать. Висит он минуту, время у вас есть, вы можете подождать и не тратить какие-то ультимативные способности прямо после получения этого самого бафа. На видео вы видите идеальную ситуацию. Мы сначала все словили дыхание от лисы, получили максимальный баф. После этого лиса начинает дурачиться, бегать, прыгать и так далее. Дальше она начинает заряжаться через какое-то время. После дыхания это всегда происходит, она начинает заряжать ульту. Именно здесь, в этот момент, когда она не бегает, мы начинаем раскастовываться. Сначала кидаем склянку с водой ей под хвост,
Далее кидаем, например, осколочную гранату, понижающую защиту, усиление от барда, юзаем эликсиры на мастерство, смертоносность и так далее. В итоге повышаем урон до максимально возможного. Если вам очень сильно повезет, то можно перейти на следующую стадию, то есть снять практически все 30% первой стадии. Но в любом случае, если она еще не перешла, продолжаем дамажить, потому что баф до сих пор висит еще. Повторяем это действие 3 или 4 раза, и скорее всего к этому времени у лисы уже закончится здоровье. В целом ничего сложного нет. Отдельно хочется уточнить один момент для бардов, ну и для милишников. Когда лиса кастует какую-то способность, например, телепортируется, после этого она обычно бьет хвостом, поэтому барду желательно кастовать какую-нибудь там лунную сонату или защиту, а милишникам вот сразу прям не подходить к боссу, чтобы не получать лишний урон. Во всем остальном ничего сложного нет, ловите баф, наносите урон, и босс упадет за 20 минут легко. Надеюсь, я все понятно объяснил, и вроде бы я ничего не забыл. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, спасибо за просмотр, всем пока!